Новый современный облик обрело отделение ОАСБ «Беларусьбанк» номер 100-1013 на улице Суворова после модернизации. Накануне состоялась торжественная церемония, в которой участие приняли почетные гости. Глава Московской администрации города Брест Андрей Филонович и начальник Брестского областного управления номер 100 Владимир Меша. После реконструкции отделения 1013 Беларусьбанка в микрорайоне Ковалева, которое крупный район, и здесь уже учтены разные категории людей, в том числе сделаны, скажем, возможность обслуживания клиентов для инвалидных колясок, то, что сделано безбарьерно всегда для слабовидящих, потому что обратил внимание, то, что шрифт Брайля есть, для тоже слабослышащих здесь установлены аудиосистемы определенные, да, которые позволяют им получить услуги банковские в данном отделении. Сегодня отделение Беларусьбанка на Суворова – это новый современный формат банковского учреждения, в котором созданы благоприятные условия как для обслуживания клиентов, так и для самих работников. В обновленном отделении все оборудовано по последнему слову техники. Есть комфортная клиентская зона, уютная локация ожидания и самообслуживание. Создание условий для людей, мы это понимаем, что это наша социальная ответственность Беларусьбанка. Мы обязаны создавать людям достойные условия труда, чтобы и наши люди, и те посетители, которые наши партнеры, клиенты, которые приходят, они всегда получали здесь только приятное, хорошее настроение. А мы обещаем, что мы эти условия окажем, и люди, наши горожане, будут довольны теми условиями. Поэтому я думаю, оценка, конечно, будет людей нашего труда, то, что мы здесь вложили. А я хочу сказать, что наши люди будут стараться, чтобы те условия, те услуги были только на очень достойном и качественном уровне в преддверии года качества. И не только в преддверии года качества, а всегда. Для удобства клиентов Беларусьбанка в отделении установлена электронная очередь. Два инфокиоска с функцией кэш-ин, бесплатный Wi-Fi, мультипользовательское рабочее место, где посетители сами или с помощью консультанта могут провести ту или иную банковскую операцию. Такие новшества в данном отделении уже успели оценить не только работники банка, но и первые посетители. Люблю Беларусьбанк. Очень нравится помещение. Все красиво, чистенько. Приятно заходить, приятно обслуживаться. Очень хорошие девочки, работники банка. Ремонт удобно, потому что есть электронная очередь. Вот, и не надо волноваться. Просто ждешь своего времени, своего обслуживания. И радуешься, что все хорошо. Вы помните, какой банк был? Помню. И как он изменился? Очень мне понравилось. Все такое здесь, ну, в общем, совсем другое стало, чем был, конечно, после реконструкции. Красиво. Будем сюда приходить. 4 года работаю в этом отделении. Пришла еще до ремонта. Здесь тоже было все очень уютно, комфортно. Но решили его сделать более современным. Наше отделение, конечно, это достойное сейчас отделение. Более современное стало. Надеюсь, что понравится и нам, и нашим клиентам. Вот. Мы всегда рады. Пускай приходят к нам. Будем обслуживать с новыми силами. Каким бы современным ни было бы отделение банка, основную роль в комфортном и качественном обслуживании играют, конечно же, работники. Именно на это акцентировал свое внимание начальник Брестского областного управления номер 100 ОАО АСБ «Беларусьбанк» Владимир Меша в разговоре с главой администрации Московского района и журналистами. Здесь прекрасный коллектив. Здесь люди и до сих пор достойно трудились в тех условиях, которые были. Но, конечно же, с созданием условий других, которые вы сегодня видите, я абсолютно уверен, что в Беларусьбанке и в данном отделении трудятся профессионалы своего дела, они знают свое дело, они знают наших людей, они не первый год работают. Я уверен, что они и в наступающем году, и дальше будут трудиться достойно на благо нашего банка, на благо нашего города, на благо нашей родной Республики Беларусь. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.